какого хрена они делают? Их нужно убить! Меня это пугает! Халло всем, с вами великий выживатель Fox Neo, и сегодня мы с вами продолжим выживать в игре под названием SCP-3008 «Бесконечная Икея». На этот раз я прочитал абсолютно все ваши советы из комментов, и один из самых интересных советов, что я слышал, звучал примерно так. «Надень пакет на голову, и СЦП перестанут видеть тебя». Ну что ж, я поверю тебе и надену на голову пакет. Надеюсь, что так СЦП меня действительно перестанут видеть. И мы сможем спокойно сбежать из бесконечной Икеи. Хотя я не понимаю, как можно сбежать из бесконечной Икеи. Знаете, я чувствую какой-то подвох. Ну да ладно. И остановились мы, собственно говоря, на кровати. Вы мне в комменты также написали, что я могу смотреть время с помощью кнопочки Tab, и я теперь могу спокойненько проматывать время. И откуда у меня 200 опыта? Подождите, что происходит? Откуда опыта так много? Так, срочно прокачаемся. Так, так. Теперь еда будет гораздо вкусней. И давайте попробуем поспать. Вы написали, что свет отрубается примерно в 10 часов вечера и включается в 9 утра. То есть нам сейчас нужно очень-очень долго спать. Но я пока что не буду спать. Давайте возьмем рецепт, прогуляемся. Также многие писали, что каждое утро еда в столовой обновляется. То есть, если я забаррикадируюсь рядом со столовой, у меня будет бесконечный источник пищи. Ну а также столовая всегда находится рядом с туалетами. И вроде как я тоже нахожусь рядом с туалетами. Уже? Чё так рано-то? Господи. Так, подбираем блюпринт и идем спать. Время как-то слишком быстро промоталось. Обратно к кроватям, обратно к кроватям. Так, 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 так. Ай-яй-яй, не-не-не, иди нахрен, иди в жопу, нет-нет-нет, черт, он весь гонится за мной, он прям возле кровати был, ай, урод, ай, страшно, очень страшно, я не хочу подыхать прям в начале серии, это будет совсем абсурдно, где ты, блин, мне нужно наушники надеть, но у меня на голове пакет, который защищает меня, вон он стоит, кровать вот здесь, запрыгни на кровать, все, спокойненько, будем спать, сколько там, часов 9, 10, Давайте 10. Так, спим. И вы мне сказали не нажимать кнопку Е. Он когда поспит, сам встанет. Окей. Ай, нет! А, он совсем рядом! Ты чё? Ай, их тут целая куча! Пошли в жопу! Вы чё, охренели? А, охренели, что ли, твою мать? Ай, на холодильник залезу. Фу, они окружили меня. Сколько время? Я поспал всего 3 часа, вы серьезно? Нет, пакеты ни хрена не спасают. Пакеты — это обман. Лучше в наушниках буду сидеть, от наушников больше пользы. Твою мать, как я обосрался! Вы видели, их там штуки 3-4 было. Так. Да где ты, твою мать? Что так громко-то? Что за криповая серия? Excuse me, да иди ты в сраку! Excuse me, but you stupid asshole! Так, валим отсюда быстрее. Я должен найти другую кровать, где нет этих уродов. Фух. Вот здесь, может быть. Так, залезаем на кровать. Интеракт. Спим 10 часов. Фух, и не пугаемся. Не пугаемся, не надо, пожалуйста, не подходите ко мне. А вдруг мы опять проснемся, и там опять этот шабаш из идиотов. Вот это, excuse me, sir. 10 придурков стоят вокруг моей кровати и молятся на меня. Как же я обосрался. Я думал, он там один, а их там реально шабаш какой-то собрался. Я бы не удивился. А, тихо. Звук. А, свет включился. Я жив. Я живой. Спасибо, мамочка. Нужно найти туалет. Я обосрался. Так, днем они меня не трогают. Вон, посмотрите, их целая куча тут. Так, нет, я иду в туалет. Фух. Так, а я ключ находил в этой серии? Вы не помните? По-моему, не находил. Так, если что, кровати здесь. Так, мне нужно найти различные предметы. Туалет, еду. Еду первой желательно нужно найти. Видимо, мне придется идти к этим идиотам, потому что туалеты были возле них. Так, погнали. Вон там были туалеты, значит, там у нас где-то рядом столовая. А, вот она столовая. Все, изи, нашел. Так, значит, мы здесь начнем барик... О, какая она огромная! Вы посмотрите, сколько тут еды! Так, покушаем, покушаем, все остальное будем собирать с собой. Вау! Ну все, я здесь буду баррикадироваться где-нибудь очень рядом. Так, собираем, собираем все. Господи, у меня сердце ёкнуло. Потом нам нужно будет найти ключ и выбраться из этой гребаной Икеи. А еще я хочу поймать одного из этих идиотов. Давайте сейчас попробуем его поймать, только сначала подберем вообще всю еду. Так, пикап пицца. Я соберу всю пиццу. Это вся моя пицца. Так, собрали все. Я ж вообще всю еду собрал, да? Нужно как-нибудь забаррикадировать этого идиота. Чем мы тебя забаррикадируем? Возьмем, к примеру, стол. Так, поставлю стол куда-нибудь сюда.
Так, не, а, их тут уже двое. Нет, стол не сработает. Нужно их завести в какую-нибудь ловушку. Так, я хочу поймать SCP. Блин, их тут уже целая куча. Охотимся за ними, следуем. Может, они меня приведут в какое-нибудь полезное место. Нужно заманить их в угол. Но они все время ходят по открытым пространствам. Как их заманить в угол? Мне бы еще оружие какое-нибудь сделать. В этой игре есть оружие? Так, во-первых, я могу еще немного прокачать. Tasty food, замечательно. Так, могу, к примеру, оружие себе скрафтить, но для этого нужен металл. Также для фонарика много чего нужно. Факел еще могу скрафтить. Да и вообще много чего я могу скрафтить. Так, эти идиоты здесь так и бродят. А, смотрите, я могу его забаррикадировать. А ну-ка иди, иди сюда. Стой здесь. Так, один стол ставим. Срочно берем второй стол. Опа, я сейчас тебя поймаю. Ты отсюда не выберешься. Так, залезаем. Куда? Куда пошел? Куда пошел? Вернись обратно! Я тебя не выпускал! Может его вообще в ту комнату заманить и запереть? Давай, иди отсюда. Придурок! Да ты че, придурок? Зайди в комнату, я тебе не разрешал выходить! Так, стол ставим сюда. Еще один стол ставим вот сюда. Зашибись, подбираем блюпринт. Еще что-нибудь нужно. Коробки. Так, коробку. Да в смысле, ты не можешь бросить это здесь? Хрен ты выберешься. Ты в ловушке. Ловушка Фоксера. Так, опа. А! Черт, стол мешает. Так, ставим сюда стол. О, мы его забаррикадировали. Ха-ха. Ну что, малыш, ты теперь останешься тут. Так, 13 часов. До ночи еще далеко. Я поймал SCP-шку. А, как вам такое? Я поймал твоего друга. Ха, дебил. Его нужно как-то убить. Если я начну его бить, эти придурки меня не начнут атаковать. Так, мне нужно оружие. Давайте все-таки скрафтим какое-нибудь оружие. Давайте сначала добудем металл. Сделаю себе металлическую палку. Это лучше, чем ничего. Я могу, к примеру, вот это вот разбить? Нет. Я могу разбивать только те предметы, которые могу подобрать. Это я тоже из комментов прочел. Так, не забываем, где мы находимся. Блюпринты обязательно поднимаем. Нужно очень много блюпринтов. Собираем. Собираем. Также будем следить за временем. Если что, нам вон туда. Идем просто по прямой и стараемся не заблудиться. Ищем металлические предметы. Может быть, стул какой-нибудь или столик? Так, нет. Может быть, телевизор можно разбить? Я не думаю, что телевизор можно разбить. Я думаю, нужно разбивать металлические бочки, которые у нас в подсобках. Но вот подсобка очень далеко. Так, ты все еще там? Смотрите. У него жопа торчит. Или это его рука, я не знаю. Все, не можешь выбраться. Смотрите, он хочет выбраться, но не может. Или вот это вот могу разрушить, или вот это вот. Стул хотя бы, может попробовать стул разбить? Давайте попробуем разбить стул, что из него выпадет. Ну-ка, о, разбил. Ткань, нет, ткань мне не нужна. Может быть вот это вот? О, оно металлическое. Вот это я могу разбить. Так, разбиваем. Зашибись, все работает. А как телефон заряжать? Без телефона вообще не айс будет. Мне нужно что-то скрафтить, связанное со светом. Не могу никак скрафтить. Нужен металл, провод, светящаяся блюб и батареи. В смысле, у меня батареек нет? О, господи, вот это проблема. Так, ладно, давайте тогда тут тоже огнетушитель. Загасим, соберем металл. Если что, хотя бы оружие сделаем ближе к ночи. Кстати, смотрите, тут написано, что у телефона 100%, а по факту около 6. Как его выключить? О, все, выключили. Может, он сам восстанавливается? Я не знаю. Еда у нас не заспавнилась. Ну да, мы будем жить вот в этих вот кабинетах. Давайте потихоньку начнем их баррикадировать. Так, берем вот это вот и ставим вот сюда. Так, берем еще одну скамейку. Хватаем. Крутим ее. Как-нибудь вот так вот. И где-нибудь тут нужно ее бросить. Брось скамейку! Брось, я сказал. Да, ну, нет, это так не сработает, чувак. Это очень хреновая баррикада, строитель с тебя так себе. Так, нет, это ни хрена не работает, чувак. Ну уже, давай, брось нее. Да не на себя же, придурок! Они твои баррикады запросто сломают. Так, может отойти? Может я выбрал очень хреновое место? Может баррикадироваться в другом помещении? Отошел! Давай, уходи отсюда. О, а там у нас что? Что тут интересного? Какие-то коридоры. Сколько времени? Уже 5 часов вечера. А, тут туалет. Может в туалете забаррикадироваться? Было бы прикольно, но нет, я не хочу баррикадироваться в туалете. Кушать я пока что тоже не хочу. Блин, может стульями какими-то забаррикадироваться? Так, еще один блюпринт. Давайте, я не знаю, стульями попробую забаррикадироваться. Так, отдалим. Поставим его вот сюда. Нужно тогда много этих стульев, столов набросать. Так, чтобы они через них не пролезли. Они ж прыгать не умеют, они ж тупые. Ну, по идее, они не смогут пролезть. Теперь мне нужно скрафтить себе оружие. Вот мне нравятся вот эти вот штуки. Металла 10 нужно. Вау. Трипвайр. Тут нужно 2 дерева и 2 стринга. Стрингов не хватает. Давайте скрафтим один стринг. И не хватает, нужно еще больше ткани. Ну, ткани здесь до хрена. Сейчас только 6 часов. Так, мне нужно стулья разбить, чтобы получить ткань. Я сам теперь пролезть не могу. Нет! Я не могу залезть в свои же баррикады, вы серьезно? Да камон, пролезай, что ты жирный такой. Как ты так разжирел, а? Так, ладно, залез, все окей.
Давайте разбивать, мне нужна ткань. Так, разбиваем, разбиваем. Господи, как все медленно и скучно. Так, пластик, пластик. А ткань-то где? Одна всего ткань. Так, я выбираюсь отсюда. Так, выбрался, зашибись. Вот эти вот штуки точно тканевые. А, я их поднять не могу. Ну, конечно. Как иначе-то, а? Вот эти вот стулья точно тканевые. Давайте я все это немного ускорю. Так, я вроде все собрал. Делаем еще один стринг. И делаем как раз-таки трип-вайр. Так, скрафтили трип-вайр. Что это у нас? Экьюб. И что это? Что это такое? И что это было? Я просто потратил ресурсы в никуда, какого хрена? Давайте тогда сделаем металлическую палку. Возможно, с помощью металлической палки мы будем разбивать различные вещи гораздо быстрее. Так, экьюб, металлическая палка. 30 раз можем ей ударить. Ну, давайте затестим. Так, а куда она исчезла? А, нет, она никуда не исчезла. Сколько время? Еще пару часов есть. Так, а давайте попробуем поразбивать вот эти. В них же тоже есть металл. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Свет вырубится, мне страшно. Еще у меня палка скоро это сломает металлическая. Так, четыре дерева. И все? А, нет, два металла вот добыли. Свет скоро вырубится. Давайте подождем, пока свет вырубится. 14 раз еще можем шарахнуть этой штукой. Блин, а тут нет чего-нибудь поприкольнее? Можем скрафтить монтировку. Но не хватает металла. А, сколько у меня металла-то? Два, не хватает одного кусочка металла. Я не могу что-нибудь тут разбомбить? Нет, кажется, что не могу. Так, ну, свет, отрубайся уже. Так, кровати рядом. Еда у меня вроде есть. Все окей, живем. А, мне интересно, выдержит ли баррикада моя. Так, опа, зашибись, давай подходи, не идут. А! Нет, он разбивает мои баррикады. Нате, по голове, нате. Мы его убили, убили, мы его убили, да? Так, что я подобрал-то? Я теперь могу видеть в темноте. Вау, вот это хорошо, это вообще отлично. Я теперь всегда могу видеть в темноте. Хм, может пойти еще парочку чуваков замочить? Давай, что ты тут бегаешь? Давай, давай, подходи. Чё да, я тебя не боюсь теперь. Стук, стук. Ай, серьезно? Я думаю, вот это навсегда. А, нет, убили его. Так, а теперь у меня скорость гораздо быстрее. Так, ну я могу опять лечь спать спокойненько себе. Так, нет, еще один прибежал. По лбу стук! Так, зашибись. Опять то же самое. Господи, я их всех сейчас убью к чертям собачьим. Давайте, давайте, подходите, чего вы? Сыкло, посмотрите, сколько их тут! Да идите вы все в жопу, а? Опа, опа, а, так мы опыт еще фармим. Сейчас прокачаемся. Так, соберем все это, соберем. Завалил целую кучу SCP-шек. Так, 200 опыта, что я могу прокачать? О, последняя хрень, связанная с едой. Теперь мы вообще можем никогда не есть, по факту. Ночное видение. Так, мы, в принципе, всех загасили, я думаю, можно и поспать. Так, нет, не могу взаимодействовать, слишком много трупов, наверное. Так, тогда ляжем спать здесь, поспим 10 часов. Будем ждать, пока включится свет. Игра оказалась не такой уж и сложной, но опять ты пришел, ну вот что тебе надо, ну подохни, давай. Хочешь ударить меня? Да я сам тебя ударю. А, получил по лбу. Так, стрит, сколько же тут трупов? Обалдеть. Будем, наверное, искать ключ потихоньку. Походим немножечко вокруг, посмотрим, где может быть ключ. Возможно, он где-нибудь рядом валяется. Ну, сколько нам еще спать? Вот самое неудобное в этой игре, это гребаный сон. Но мы в этой серии поймали SCP-шку, вы видели? Мы его заманили, так? Зашибись. Утро, можно бежать. Я думаю, время покушать уже. Так, и сейчас нам нужно сходить в столовку и забрать еду, которая там появилась. Так, столовка у нас в той стороне вроде. Да, вот она наша столовочка. Еда и правда появилась, это ж вообще кайф. Обалдеть, как все удобно, как все под рукой. Так, еще больше еды, но мне этого вообще хватит на 1000 лет вперед. Так, собираем еще больше бургеров. Ой-ой-ой, сколько же еды. Как же все вкусно, как же все классно. Даже не воняет туалетами отсюда. Но будет вонять в туалете, когда зайду туда. Я немножко заблудился. Где моя база? Моя база вот здесь находится, все. Так, я еще хотел залезть вот куда-нибудь наверх. Многие из вас сказали, что сделать это возможно, я все-таки могу кидаться трупами. Держи. Это твой братюнька. Сколько же тут этих уродов, а? Классно ходить среди своих братьев мертвых. Так, ищем ключ. Идем целенаправленно куда-нибудь в эту сторону. Смотрим на пол. Ищем блюпринты и ключ. Ключа я не вижу, блюпринты тоже. Хм, где же могут быть блюпринты и ключ? Вот...
Блюпринт я нашел. А ключик я не вижу. Абсолютно. Так, и как раз здесь есть коробки, о которых многие из вас писали. Ну типа, камон, зачем эти коробки? Я вон и так прекрасно забаррикадировался с помощью какого-то говна, которое нашел прямо рядом с моими баррикадами. Так, мы слишком далеко отошли, нужно потихоньку возвращаться. Вообще, по-хорошему, залезть вот наверх, я думаю, сверху будет видно гораздо лучше. Или с помощью баррикад построить что-нибудь высокое, чтобы я смог найти свой дом вообще в любом месте, потому что я уже... Подождите, я его потерял? Я его не мог потерять. Так, я же не настолько тупой. Нет, 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 я не могу быть настолько тупым. Вот она, столовка, которую я грабил только что, да? Значит, мой домик вот здесь. Все, не потерялись, тогда идем налево. Аккуратненько идем налево и... Какого хрена они делают? Их нужно убить! Меня это пугает! Эй, прекратите вызывать сатану! Вы что, деретесь? Какого хрена? К ним нельзя подходить, они сатану вызывают и дерутся, я не буду больше к ним подходить. Вы видели это дерьмо? Они сатану пытались призвать, это ненормально. Они с каждым днем все больше и больше сходят с ума. Так, убегаем к чертям собачьим. Интересно, а здоровье можно как-то восстановить? Или оно само восстанавливается? Где вообще блюпринты? Где хоть что-нибудь? Где ключ, который я находил до этого? Так, ну тут, естественно, стена. Кроме стены я ничего не вижу. Сколько время? 12 часов только, камон. Я думал, время позднее. Так, блюпринт мы нашли. Еще один. Ох, еще один. Целую кучу их нашли. Еще один. Вау. Ну, я богат. Блин, тут так красиво. И еще одна столовая. Почему, блин, в начале прошлой серии я не нашел столько столовых подряд? Серьезно, еды просто жопой жуй. И ртом жуй, и жопой. Чем хочешь жуй, еды просто дохренища. Главное сейчас не потеряться. Если я потеряюсь, это будет тупо. Потому что факела у меня до сих пор нет. Нет, еды у меня прям очень много. Я могу выживать тут теперь месяцами, тупо сидя на одном и том же месте. Так, еще один блюпринт. Туалет. Так, вернулись обратно к кроватям. Или нет? Я опять потерялся. Да твою мать, я задолбался уже теряться в этой игре. Ну и где мои баррикады? Ну и нахрена я вообще там баррикадировался? Тратил целых полторы минуты. А, подождите, еще одна столовка? Я здесь все грабил. Я, по-моему, кругами хожу! Господи, я чувствую себя чуваком, который заблудился на необитаемом острове, который как бы круглый. Я бегаю просто по кругу и не могу понять, что вообще нахрен происходит. И опять столовка, в которой я был. Да? Да? Тут нет еды! Я тут был! Где выход? Страшно! Где мои баррикады? Реально, меня это уже начинает напрягать. А, вот они, эти трупы, вот они, баррикады. Все, нашел баррикады, все окей. Но ключ так и не нашел. Тогда я пойду прямо. Вот если идти прямо, не заблудишься. Ну, только если ты не идиот, как я. Так, идем прямо. Собираем блюпринты. Идем вот четко прямо, чтобы мы могли развернуться и сразу же упереться в наши баррикады. Идем, пока что все окей. Все нормалек. Все зашибок. Я вот не понимаю, зачем мне эти гребаные дротики. Но я их поднимаю. Опачки! Так, у нас тут склад есть. А в складе много металла. Это прям... Супер-пупер. Сделаем себе гребаную палку, а точнее кий, и будем кием избивать металл. Но это как бы нормально. Чувствую себя майнкрафтером таким. Прокачанным причем. Может, я могу дамаг прокачать? Дамаг. Так, вот, повысил дамаг, еще повысил дамаг. Еще немного опыта не хватает. Немного опыта заработаю и смогу повысить дамаг себе еще. Так, металл. О, так тут много металла. Я смогу ловушки различные сделать. Собираем. И... Уже сломалась, серьезно, так быстро? Давайте тогда сделаем металлическую палку. Ее хватает на гораздо большее количество ударов. Так, берем металлическую палку и бьем. Так, разбиваем все это. Мне нужно очень много металла. Сколько у меня уже, в принципе, металла? Я думаю, что достаточно много, но я все равно еще немножечко поразбиваю. А-а-а, я шизофреник. Кстати говоря, здоровье восстанавливается. Тут должны быть где-то батарейки обязательно. Ведь на таких складах всегда где-то валяются батарейки. Осталось их только найти. Давайте попробуем по запаху их найти. Нет, нет, нашел, кстати говоря, по запаху. Ну, ни хрена себе, крутой. С чего фонарик делается? Как достать провод? А, хотя я знаю, где взять провода, это же гениально. Я думаю, нужно разбить несколько светильников, и тогда появится провод наш дорогой и зашибенный. Так, блюпринты, мне кажется, или я здесь не был. Надеюсь, я вернусь туда, откуда пришел. Провод достал, кайф. Тогда разбиваем эту лампу тоже. И у меня телефон заряжается очень быстро здесь. Я понял, нужно стоять у розеток, и тогда телефон будет заряжаться. Я скрафтил фонарик! Так, подождите-ка, фонарик. Опа, заикюпил, могу включить. Выключить, у меня теперь фонарик есть, я теперь крутой. Так, ну все, зашибись, у меня еще опыта, просто дохрена могу себе еще больше дамаг вкачать. Дефенс еще немного вкачаю. Я думаю, на этом наша серия SCP выживания подойдет к концу. Обязательно ставьте ваши лайкосики, если хотите продолжения. Подписывайтесь на мой канал, если вы до сих пор не подписаны. Ну и не забывайте, что с вами сегодня был Человек-пакет. Увидимся.